I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Благодарю вас. Выражаем признательность председательству Объединенных Арабских Эмиратов в Совете Безопасности и лично вам, госпожа министр, за организацию сегодняшних дебатов. Мы с интересом заслушали выступление заместителя генсекретаря, исполнительного директора структуры ООН «Женщины» госпожи Симы Бахус, директора распорядителя МВФ госпожи Кристалины Георгиевой, а также госпожи Кулибали. Мы особо отмечаем актуальность обсуждения вопроса участия женщин в социальном и экономическом сотрудничестве как важнейшего элемента построения мира. К сожалению, это направление сотрудничества нередко и неоправданно замалчивается и отодвигается на второй план. Российская Федерация призывает к принятию дополнительных мер по повышению роли женщин в социальном и экономическом развитии государства. Весьма востребованы меры по укреплению экономического потенциала женщин, созданию благоприятных условий для развития женского предпринимательства, расширению доступа женщин к финансовым и материальным ресурсам, рынкам, современным технологиям, интеллектуальной собственности. Важнейшими направлениями международного сотрудничества должны стать преодоление бедности, развитие женщин, расширение доступа к образованию и достойному труду. Абсолютно недопустима практика применения принудительных односторонних мер в отношении государств. Очевидно, что подобные действия бьют прежде всего по интересам женщин в социальной и экономической сферах. Эти проблемы должны находиться в фокусе деятельности Совета Безопасности ООН, Комиссии по миростроительству и других органов ООН в целях последовательной реализации женской повестки дня. Госпожа председатель, праздник 8 марта в этом году, Международный женский день, отмечается на фоне поворотных событий международной повестки. На протяжении 8 лет так называемый «Западный мир» равнодушно взирал на убийство киевской хунты женщин и детей в Донецке и Луганске. Их преследование украинскими радикалами и неонацистами на востоке и юго-востоке Украины. Стыдливо опускал глаза, не замечая украинскую политику тотального истребления русского языка, культуры, украинских граждан, которые родились русскими. Никто из вас почему-то не хмурил брови и не добавлял театрального металла в голосе, когда в Одессе заживо сжигали женщин и подростков в Доме профсоюзов. Под аплодисменты и улюлюканье в прямом эфире на украинских телеканалах. Абсолютная ваша безучастность все 8 лет, безразличие, когда города и поселки на Донбассе бомбили с помощью авиации, артиллерии, систем залпового огня, вводили полную блокаду. Все сходило с рук киевскому режиму. Но это не могло продолжаться бесконечно долго. Мир на Украине будет восстановлен. Ради женщин, ради детей, ради семей. Госпожа председатель, с момента принятия Советом Безопасности резолюции 1325 прошло более 20 лет. Сегодня как никогда актуальны концептуальные принципы этого документа с опорой на 4 элемента. Предотвращение, защита, участие и укрепление мира в ситуациях вооруженных конфликтов. Наша задача не растерять багаж совместных наработок по женской проблематике. Не похоронить в острых политических баталиях ценность сотрудничества по этой повестке. Россия была и остается готовой к сотрудничеству. Я благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for their statement.